Всем привет! Сейчас раннее-раннее утро, я уже на рыбалке. И пока моя прикормка собирает белую рыбу в точку, сейчас расскажу, что будет происходить. Приехал сегодня еще по темному за хищником, взял с собой и кружки, и спиннинг у нас сегодня будет. Был несколько дней назад на рыбалке, тоже в этом месте, ловил только спиннингом. Но, к сожалению, щука клевала где-то полчаса, сильно жара у нас. И она брала только до того момента, пока солнышко не встало. Поймал щучку, такую около килограмма, и одного окуня, такого неплохого, грамм на 500 примерно. Еще было где-то две поклевки и пару мелких щук поймал. Но, к сожалению, в одно видео я это не стал собирать. Потому что, да что показывать, эту мелочь как ловлю, неинтересно. Так что сегодня приехал делать реванш. Не может такого быть, чтобы щука не клевала. И сейчас проверим на мой любимый вид ловли, это кружки. Уже соскучился по ним, давно их не доставал. Но перед тем, как их поставить, нужно, конечно, ловить живца. Видел, один дедушка в этом месте ловил неплохо плотву крупную. И потом уже наловим. Поставлю кружки и буду пытать спиннинг. Ну а сейчас мне пора раскладывать свою удочку и ловить, как я говорил, живца. Надеюсь, все получится. Погнали, посмотрим. Клюет, не успеваешь забросить. Ну, наверное, они неплохая. Вот такая красноперка. Но, похоже, хищник сюда подошел. Что-то все рассыпал. Куда это опять? Так, вот живцовый размерчик. Но клюет бодро. Не шумит. Сейчас всех тут распугаю. Да, попадается такой вот живец. С ладонь. Ничего, это на крупную щуку. Самое то. Наловил я за полчаса красноперки. Разная была красноперка. Вот и такая вот размерчиком, и чуть поменьше, но вся красноперка. Сейчас буду насаживать. Полчаса я потратил времени с утра для ловли, но сейчас будем ловить. Щука вышла кормиться, видел, поэтому не будем терять времени. Нужно уже приступать непосредственно к ловле того, зачем мы сюда приехали. Пока глубину ставлю небольшую. Тут мелковато, поэтому пока так. Пока вот 4-5 поставлю и послежу за ними. Да, глубину ставлю разные, плюс-минус метр полтора. О, один уже перевернулся и раскручивается. Он большой, который поставил. Но пока что тишина. Они крутятся. Гляньте, они сильно крутятся. О, тонет. Подсекаем. Что, ушла? Ушла. Ну да, может быть, надо было дать постоять, глянь, все, порезал его. Снова у меня сработка.
Там вот такая стоит красноперка, и кружок плывет ко мне. Не знаю, что делать, дать пока постоять или плыть уже снимать. Крутит сильно. Ну, там вообще огромное красноперище стояло. Вот он стоит. Но только что, пока я плыл, он всячески тонул. Но будем надеяться, что сейчас все получится. Снова сход. Красноперки нет. Наконец я стал на якорь. Две холостых у меня поклевки было. И пришло время спиннинга. Так как сейчас в мелководье, хочу попробовать поппер. В комментариях меня ругают, что я недооценил маласика. Обозвал его недопоппером. Сейчас как раз то место и то время, где им можно попробовать хорошо половить, дать ему второй шанс. Давайте это и сделаем. Вперед. Спиннинг у меня все тот же, моя новинка. От CF, Perfect Jig. В росте 2,40, с тестом 7,28. Шнур у меня пентаграмм 1,0 по японской классификации. И катушка Stradic 3000. Поводок, струна 20 сантиметров. Погнали маласика пытать, пока поклевок на живца не наблюдаю. Только сказал, что поклевок не наблюдаю, как вон тот вот крайний слева клюнул и сильно тянет в кусты. Но хочу попробовать половить на маласика немножко. Я думаю, если щукан зацепится, не должен он уйти. Так он и плавает влево, вправо. Сделал я заброс в 20 маласиком. Ну, не знаю, ну не складывается у меня с ним дружба. Может быть, какой-то бракованный. Сейчас хочу попробовать. Поставил Lucky Craft Pointer, который всегда и везде ловит. Попробую в том же месте на него попробовать поймать. Потому что щука, я смотрю, играет, плещется, но на маласика не отзывается. У меня уже три сработки. Воблер доведу. И нужно ехать спасать, наверное. Да, кружок полностью размотанный. И снова никого. Вот это вот. Сегодня они меня решили покатать. Зараза. Пятая сработка. Четвертая тоже была без живца. Первый сработал. Ё-моё. Да уж, весело. Чё, тоже никого. Тоже всего погрызли. И никого. Я уже со счету сбился, какая у меня сработка. По-моему, шестая. И еще ни одной щуки даже. Вот так вот живет. Сейчас еще раз попробует место. Но мне кажется, это мелкая щука тут бастует. Опять никого нет. И поэтому такие холостые сработки. У меня всего живца уже съели. Ё-моё. Придется, наверное, сейчас ловить. Вот опять никого, видите, нет. Все, жерлицы переставил. Немножко увеличил глубину.
Так как тут уже пошли ямки и глубина побольше, поэтому нужно, конечно, постоянно менять зону ловли. Сам встал пока на якорь, пытаюсь поймать кого-то на спиннинг. Но пока что результаты какие-то плачевные. Пока сидел пил чай, у меня случилась поклевка. Случился она вон там около кустов. И странное поведение щуки. Обычно, которая хватает около кустов, мелкая. И она идет в кусты. А это идет почему-то в центр ямы. Давно уже за ней наблюдаю. И возможно тут что-то сидит хорошее. Есть сопротивление. Да, здесь какая-то неплохая щука. Если не сойдет, сейчас посмотрим. Но у меня зацеп. Нашла коряга она. Вон там все забурлило. Вынул я ее из коряги. Но прям подниматься явно она не хочет. Да, какая-то там коряшка. Посмотрим, может быть, сама выйдет. Да, нашла укрытие она себе. А, она еще там сидит, представляете? Достал. Вон я вижу. Она как-то, наверное, на корягу намотала. Вижу под водой щуку. Но сделать ничего не могу. Все, оторвал. Да уж, рыбалка так рыбалка. Это у меня, наверное, еще таких ни разу не было рыбалок. Очень много, скорее всего, мелкой щуки вышло кормиться. Поэтому так вот сшибает живца. А засекаться не засекается. Но мои живцы кончились. Так что у меня сейчас перерыв. Я буду ловить на удочку живца. И потом вернемся, будем ловить дальше. Никак не могу наловить живца. Клюет только вот такая вот рыба. И это для живца, конечно, чересчур. Вот никак одного поймал. И уже, наверное, с десяток таких вот красноперищ. Не знаю, наверное, менять может место, либо их половить. Сколько их уже поймал. Все огромные какие-то. Печаль, тоска. Вот такие еще три шарика сейчас брошу. Пусть пока едят. Пока у меня перерыв, точка закармливается. Хочу вам рассказать про одного парня. Он ведет свой канал. Канал называется «Рыбалка Тамбов». Парня зовут Петр. Хоть он еще и юн, но уже снимает видео. Рыбачит, ездит со своим отцом. И у нас в регионе ездит, в Черноземье. В Астрахань на Дон ездит, на Волгу. Ребята оснащены хорошо. Ловят разные виды рыб. Сам лично общался зимой с Петром.
очень позитивный парень, очень увлеченный рыбалкой. Я не знаю, ему еще очень мало лет, но уже такой ярый рыбак, уже стремление, огонек в глазах, снимает он подводные камеры. В общем, зайдите на канал, подпишитесь. Я думаю, давайте поддержим парня. И еще, кстати, недавно у него на канале был розыгрыш. Нужно было угадать вес судака. И я чисто поддержать написал вес, какой я думаю. И представляете, выиграл вот такой вот воблер троллинговый от Юзурика. Сам лично Петр мне его привез, вручил. Большое ему спасибо. Так что я думаю, давайте поддержим парня. Парень старается, чтобы этот запал, огонек у него не пропал. Нужно его, конечно, поддержать. Канал только развивается. Так что заходим. Привет ему от меня. Ну и спасибо, что сделали это. А мы дальше ловим нашу красноперищу. Погнали. Время сейчас 10. Живца у меня нету. Но зато есть сушенка. Ничего, накидал сейчас корма. Сейчас должен прийти мелкий какой-нибудь рыбешкин. Ну как тут, вот какие тут живцы? Тут какие-то карпы клюют просто. Я не знаю, я не могу наловить живца. Я наловил, наверное, штуки 3 только. А все остальное вот такое вот клюет. Ну, решил, пока клюет, половить на удочку. Не пропадать же добро. Как-то так пока. Вот такая вот красноперка. Вот стандарт. И уезжать отсюда не хочется, пока таки клюет. Может, ну и нафиг эту щ... оторвал крючок. Эту щуку будем ловить, таких кабанчиков. Да, я даже таких, если честно, никогда не видел. Красноперок. Ну, посмотреть. Давайте ради интереса взвесим ее. Сколько-то карпик этот весит. Ого. Вот мои весы. Сколько грамм? 400-500. Вот это вот я живцов ловлю. 300 грамм. 240. Да, 240 грамм. А я, если честно, думал, это больше. Значит, будем ловить пока красноперку. До вечера времени много. Пока половлю, может быть, живца наловлю какого-нибудь поменьше. Эти уже дюжини живцы. Такой щуки у нас, наверное, не водится, чтобы съесть такого живца. Клюет практически моментально, даже больше подкармливать не хочу. Три шарика бросил сюда. Но мелочь так и не собирается, стоит стая какого-то крупняка, видно, не дает подойти. И клюет только большая красноперка, и одна красноперка, плотвы нету. Вот единственное. Сегодня вообще только одну красноперку ловлю. Ну, такие вот. Да тоже не живец. Слишком крупная. Это уже ладошка. Это такой осенний какой-то размерчик. Ловлю только вот на белого опарыша пока. Хоть и красный у меня есть, но даже еще не пробовал на него. Делаю вот штук 5 опарышей.
и в путь. Вот это вот кабанелла. Самое главное, выдержал блеска. Что я вам скажу? Лучше такую рыбу взять в подсак. Не знаю, как ее так вытаскивать. Травы на себя понацеплял. Это явно больше предыдущего. Как прям ловлю хищника с подсаком. Гляньте, какая желтая. Видели хоть раз такое? Ё-моё, обхватить ее не могу. Как лещ. Да уж. Вот так красноперище. Мутант. Чернобыльский какой-то. Золотая какая-то прям. Да. Интересно, если такой вот на живца насадить. Попрет. Интересно. Мне всегда интересно. Я как-то особо не рыбак удочный. Поэтому даже не представляю, сколько она весит тогда. Я думал, то полкило весит. Но нет. Это весит 420 грамм. Как думаете? Крупная, нет? Я думаю, на этом можно завершать ловлю живца. Сейчас на 4 части его поделю и буду насаживать. Да. Сейчас вам покажу, сколько удалось мне поймать рыбин. О, вот столько. Да. Живец, конечно, таз. Вновь расставила свои кружки. И пока среди них половлю на поппер. Да, пока не густо. Есть. Щукан. Неужели? Вымучил одного. Ну, извини, ты мне сегодня попался. Да. Как заглотил-то глубоко, а? И сразу. Ну, такой уже едовой. Ну, вот одна есть. Начало положено. Сейчас кого-нибудь еще поймаем.
Да, на открытой воде щуки нет, вся в траве. Приходится плавать вот по таким местам с поппером. Как дельфин. Ну только не уйди. Ушла. Но это была другая. Ну вот как мелкая, так засекается, а. Как нормально, так сход. Чуть по виду как красноперка или окунь был, нет? А, не, щука. Она в траве. Мелкий-мелкий шнурок. Какая-то зеленая, даже пасть у нее зеленая, гляньте. Хамелеон. Смотрите, язык даже зеленый. Иди отсюда, зеленая щука. А вот и окушок. Окушок, окушарик. Вот такой вот полосатик. Бандит. Это тебя моя жена любит. Вот такой у вас. Неплохой. Оставил кружки без присмотра. Сейчас приплыл их собирать. Где-то спустя до часным почти. Вижу три сработки. Один он в кусты завел. Один вот он стоит. Один. Сейчас, в общем, все вам покажу. Проверяем первый. Вот он стоит. Не шаволится. Всего погрызли, но никого, к сожалению, нету. Полная размотка. Надо ее чуть-чуть вывести на середку. Вот так вот сделаю. Есть там рыба. Неужели я сегодня поймаю на кружок щуку? Даже не верится. На меня пока идет. Она уже устала. Она тут с ним плавала сколько. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, там пенек. Тебе туда не надо. Гляньте. Еще пока не устала. Ну давай тебя возьмем тогда, раз ты хорошая, да?
Тихо. Ай-яй. Ай, как запуталось. Неудачно. Блин, все мне тут перепутало. Ну такая. Кило с небольшим. Но на кружок поймал. И то хорошо. Я уже доволен. Не напрасно мучился сегодня весь день. Да. Как тебя доставать, я не представляю. Где-то внутри крючок. Будем делать сейчас операцию. Все, выплыл я наконец на берег. С 4 утра рыбачу. Сейчас 5:30 вечера. Весь день провел на рыбалке. Что-то с непривычки я устал. Вот такая вот горка рыбы получилась. Ну, живец, конечно, у меня тот еще. Вот так я половил на удочку. Совсем на это не рассчитывал. На то она и рыбалка, что невозможно предугадать и предвидеть, что на что и в какой час и в каком месте будет клевать. Сегодня получилось так, что со щукой я почти пролетел, в конце уже наловил. И поехал ловить живца. И вот тебе на, кто думал, что выйдет такая плотва кормиться. Красноперка, конечно. Но хоть я и не особо любитель поплавка, все-таки отвел душу, посидел часика 2-3, половил, очень понравилось. Возможно, когда-нибудь еще это повторю. Вот такая вот рыбалка. Всем спасибо за просмотр. Пока!